Народный интерес. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Сегодня у нас в студии Георгий Алексеевич Сидоров. Вот это имя еще большинству наших радиослушателей мало знакомо, а может быть даже и неизвестно. Потому что Георгий Алексеевич приехал к нам из Томска. Добрый день. Добрый день. Георгий Алексеевич, вот, ну давайте немножко я вас представлю, или я немножко о вас скажу, а вы потом объясните, что и почему. Итак, вот я знаю, что вы живете в маленьком районе Томской области, Каргасокский район, который находится на самом севере Томской области. Да, так? Да, так. Первое. Вы закончили Томский университет, вы биолог, почвенник, потом вы занимались историей. Ну, в общем, о вас можно говорить много. Исторической геологией, исторической психологией. А вот, да, да. Вот с этого мы и начнем. Вернее, не с этого, а как получилось, что человек... Ну, занимался бы почвой, говорил, это супесчаное, это суглинок, это там, какие там еще почвы-то бывают? Да я не был почвоведом, я был биологом вообще-то, хотя у нас биолого-почвенный факультет. Вот, хорошо, вот. Биолог, говорили бы, это ДНК, а это тычинки, это пестики там и так далее, я не знаю, что там биология, или организм как устроен. Вдруг вас понесло, извините, в историю, как это произошло? Тут очень просто. Дело в том, что любой образованный человек, он понимает, что заниматься какой-то прикладной наукой без знания прошлого и будущего просто невозможно, потому что это базис. Без базиса нет фундамента, нет ничего. То есть фактически нужно знать вещи, которые от нас скрыты временем, и волей-неволей начинаешь погружаться в это время и заставляешь себя разобраться в некоторых вопросах, которые не касаются уже твоего направления, но касаются движения и развития общества. Потому что мы все живем в этом обществе, и мы, собственно, служим этому обществу, нашему русскому, нашему национальному вот этому обществу российскому. Ну, насчет погружения, так вы погрузились так далеко. Я смотрела фотографии, которые у вас есть, которые вы сделали в экспедициях в Сибири, и поняла, что это даже не фантастика, а это что-то вообще совершенно необыкновенное. Когда вы показываете снимки и говорите, это рукотворное, и все находки, которые есть, там, египетские пирамиды, то, что в Англии, там, Стоунхендж и так далее, это все цветочки, а ягодки вот они, в Сибири. Ягодки оказались у нас, но это тоже был случай, тут понимаете, какое дело. Когда я услышал, что Сибирь – это... Территория не историческая, так утверждали академики немцы, это Миллер, Шлецер, Байер в свое время. Они фактически закрыли Сибирь. А мы живем в Сибири и понимаем, что все это не так. Потому что куда ни сунешься, везде руины городов. Мертвые города там, там, капища стоят, солярные. Откуда взялись солярные капища здесь, в Сибири? Что такое солярные? То есть солнечные. Это чисто капища, где проводились ритуалы, именно арийские ритуалы, или будем так говорить, индоевропейские ритуалы. Ритуалы, вот, солнцепоклонников. Сибирские народы никакого отношения к этому не имеют. Это чистые шаманисты, они появились совсем недавно, как сейчас выяснилось, буквально вот на рубеже на новой эры. Ну, самый древний народ – это полиазиаты, это эскимосы, они пришли раньше, но... Остальные народы, они вот совсем недавно появились на севере, значит, здесь на севере жили наши предки. Именно вот это сразу то, что вот бросается в глаза через, вот, через ритуалы, через солнечные, которые проводились здесь на этих капищах. Вот. Я имею в виду валы, городища, руины храмов. Вот. Ну и то, что вот нам удалось узнать здесь. Ну, знаете, долго рассказывать, я бы не стал особо погружаться. Но скажу, вот мы создали экспедицию поисковую свою, чтобы разобраться в этом вопросе, правда ли, что Сибирь – это не историческая территория, и что же мы нашли. Значит, первое, что попало мне в руки, это книга Галины Ивановны Пелих, доктора наук нашего Томского университета, ее сейчас нет в живых, но она в 1972 году открытие сделала, которое она побоялась опубликовать. Но открытие какое? Что шумерская цивилизация фактически происходит из Среднего Приобья, потому что
орнаменты Среднего Приобья, точная копия шумерских. И мы решили убедиться. Вот первая наша экспедиция была в Среднее Приобье, потом вторая экспедиция, кстати, международная, мы пригласили немцев с нами, немцы тоже были участники, они своими глазами видели. То есть мы ничего не копали, мы просто нашли за 5 дней 5 городищ, это такого просто не бывает вообще, вот так вот разобраться. Между делом, 5 городищ. Да, 5 городищ, буквально 3 километра одно от другого, 2 капища солярных, солнечных, где видны места, где храмы стояли, где были по валам обнесено было все забором. Точная копия, таких же точно капищ у нас здесь, вот в Подмосковье, там, в Рязанской области, на земле Кривичей, на Днепре. Одинаково, ничего не меняется, то есть все то же самое. Но самое интересное другое, что керамика, она лежит под ногами, там мы ничего даже там ходили, она хрустит. Вот достаешь, опускаешь руку, достаешь кусок посуды, а на ней шумерский орнамент, тот точная копия того, который на Персидском, вот, Персидский залив и по берегам Персидского залива. Все один к одному. Ну вот как это объяснить? То есть мы написали сразу же отчет экспедиции, передали его в РГО, чтобы опубликовать Русское географическое общество, что мы от РГО работаем. Ну и чем это все закончилось? Тишина. А почему? Просто, не знаю, вот, значит, кому-то очень не нравится наша работа вот здесь, и такие открытия, они просто говорят, это кулайская культура. То есть, что делается? Вот взяли шумерские, сибирские орнаменты, обозвали кулайской культурой, культура бронзового века, и объявили, что это какая-то другая, но ведь одинаковые орнаменты, их посмотреть, а орнамент отражает дух этноса. Получается, что фактически подлог произошел. Вот. Ученые молчат, они не отрицают, что это одинаково с шумерами, не отрицают. Ну ладно, мы организовываем новую экспедицию, на этот раз в Горную Шорию, там нас пригласили посмотреть, там руины какие-то в горах странные, и нас местные геологи, 2 ребят, очень хорошие ребята, кстати, вот, они пригласили нас посмотреть, что же это такое. Уже знаю, что у нас экспедиция собрана, у нас она работает, мы приехали туда, ну и что, поднялись на высоту 1000 метров и остолбенели. Там такие стоят мегалиты, ведь стены стоят, выложенные стены, стоят обелиски, гигантские обелиски с перекрытиями. Когда мы стали смотреть, то пришли в ужас. Все вот это, все, что там стоит, оно разрушено какими-то мощными взрывами, потому что куски этих стен валяются на расстоянии там 150-200 метров, некоторые легкие, которые более-менее легкие камни. Но фундаменты-то стоят из чего? Там не просто, там не глыбы, там кирпичи вырезанные или отлитые из гранита. Тут надо еще выяснить, что это. Вот. Они весом некоторые достигают 2000 тонн. В общем, 20-25 метров длины, высота 6 метров, и вот такие, и ширина 6 метров с откосками, все там стены гигантские, смотреть страшно, и потом 2 кладки, одна мегалитическая, вторая кладка полигональная, точно такая что же, полигональная это, которая была, применялась в Перу, в Боливии, там, в Мексике, то есть, когда разные камни укладывались так, что они имеют замки, все на замках, и вот эти замки, все. Причем эти кладки, кладка чередуется, низ весь выложен гигантскими блоками, мегалитическими, а вверх, выше там уже идет полигональный. И непонятно зачем. Когда мы стали разбираться, пытались понять, вот мы всю ночь туда не спали, снимали это все, вот ночью тут, у нас экспедиция такая была сборная отовсюду, там были и ребята из Москвы, были ребята, значит, из наших городов сибирских, вот, и мы все там собрались с разным образованием, каждый высказывал свое мнение, мы всю ночь гадали, вот, почему такое вот, вот глаза видит, а сознание не принимает, откуда это все на такой высоте, и все пришли к выводу, что это древнейшие какие-то энергоцентрали, которые выполняют и сейчас какую-то функцию, они сейчас работают. То есть энергия, сейсмическая энергия, она каким-то образом вытекает через вершины этих гор, и куда-то она направляется. Вы говорили, что там вот даже пирамида есть. Пирамида стоит рядом. Пирамида, гигантская пирамида, она в 10 раз больше, чем пирамида Хуфу,
ну, она заросла лесом, четыре грани ее, такой цирк, цирк из гор со всех сторон, и в центре стоит эта гигантская пирамида, с этих вот с вершин хорошо видно ее. Вот. Ну, надо там, конечно, заниматься раскопками, потому что она покрыта лесом и вырос лес сверху. То же самое, что на китайских пирамидах. Но китайские все пирамиды, они усеченные, они плоские вершины имеют. То здесь острая вершина и четыре грани явно видны хорошо. То есть пирамида где-то высоты около 800 тысяч метров. Точно надо ее мерить. Вот, и она на глаз визуально определяется, ее видно, эту пирамиду. Но вот мы успели за эти дни, там был снег, там было мало у нас времени, мы буквально неделю работали, и когда, значит, ливанул дождь после снега, уже мы оттуда спустились, наша группа там осталась, вот сейчас приехали ребята, говорят, выступили буквы, то есть не буквы, а руны, да, руническая какая-то письменность, которая, они, главное, остались тоже молодцы, у них сели батареи, не могли снять, у них не было возможности, но они знают эти места, то есть столько лет прошло, что слой гранита осыпался, и только еле заметно вот эти вот буквы, которые, руны, которые были нанесены, какая-то письменность, надо ее вот сейчас ехать туда и с этим делом заняться, разобраться, что это. И что еще интересно, гранит разный, вот серый гранит внизу, красный там вверху, то есть все это сложно из разных пород гранита. Это уже какая-то цель? Да, ну вот мы так вот считаем, что все-таки это вот так вот навскидку, на первый взгляд, что это энергоцентрали, как по переводу энергии. Вот энергии недр Земли. Вот, потому что там получается, что там мощное давление осадочных пород, снизу давление базальта, и гранитная эта складка, которая выходит, вот, а в граните очень много кварцита. А кварцит это при давлении он выбрасывает огромное количество электронов. То есть это идет пьезоэффект, выброс энергии из минерала. И вот интересно то, что значит, эти вот вертикальные, на вершинах гор стоят вертикальные обелиски, точная копия таких же точно, как вот на острове Пасхи. Я только хотела вам сказать это. Вот та же самая картина. Вот на острове Пасхи стоит платформа, и стоят фигуры только с лицами различными, да, вот. А здесь без лиц. Ну, интересно то, что если на острове Пасхи там стоят эти моа, да, знаменитые, и там у некоторых есть шапки там на голове, кстати, со светлого камня, доказывает, что там строила эта белая раса, то здесь нет этих шапок, зато местами видны перекрытия. То есть сбор энергии. Вот это и что еще поразило нас? Что эти обелиски, когда мы посмотрели, там... Там железо смешано с кварцем, вот железистый кварцит, там такие жилы вот этого кварцита идут, значит, да, вот, и, очевидно, по нему, по этим вот жилам пойдет подъем энергии, то есть они все идут вертикально. Вот, собственно, наше открытие. Но оно было такое спонтанное, мы случайно приехали, случайно увидели, сняли. Вот. Ну, кому-то очень не понравилось, потому что когда это все, все эти фотографии, 500 фотографий вышло у нас, значит, на моем сайте, мы их выставили, чтобы люди все видели, обозревали, тут же погиб сайт, тут же погиб сервер, тут же было совершено покушение на того, кто занимался этим сайтом. В этот же день, в один день странные совпадения такие, да? Да, и там еще кое-что по мне, но я не буду говорить на эту тему. Ну, вообще очень странно, почему? Потому что, ну, казалось бы, какая опасность для кого-то? Ну, открыли, ну, что-то интересное. Ну, остров Пасхи, допустим, та же Англия с этим Стоунхенджем. Какие-то еще примеры? Ну, да, пусть еще будет. Стоунхендж – это просто детский лепет по сравнению с тем, что здесь горный шорий. Потому что, когда мы поднялись вверх на вершины этих гор, там 1200 метров с биноклей, посмотрели, куда ни взглянешь, везде стоят руины. Сплошная страна сплошных руин. Там недалеко Хакасия, буквально там за 70 километров от нас, где мы занимались этими исследованиями, там стоит мост, например. Мост разрушенный. Справа, слева стоят тоже из мегалитических блоков, значит, куски этого моста. Он арочный.
И мост стоит там, где нет реки. То есть реки нет, мост стоит. Река уже погибла. Так сколько этому мосту тысяч лет, или даже, может быть, и миллионов, потому что река-то, она же долго течет. Да. Реки нет, мост стоит. Так вот, то же самое нам, мне сейчас звонят, на Алтае, то же самое, значит, говорят, что есть в Кузнецком Алатау, вот такие же точно руины стоят. Значит, подобные руины стоят у нас здесь вот в Саянах, а Саяны совсем недалеко. То есть система, вот горная система, и тут невольно приходишь к выводу, что это все-таки энергоустановки. Почему? Я еще раз повторяю, вот с островом Пасхи, там аналогия, прямая аналогия. Вот остров Пасхи, там он стоит на стыке трех платформ. Я вот, у меня еще геологическое образование, поэтому я это хорошо понимаю и знаю. И вот он обречен фактически, потому что давление трех платформ геологических, они просто этот остров раздавят, разнесут со временем. И он медленно уходил. Было время, когда он уходил на дно. Он был большой, огромный остров. Почему он уходил? Потому что легко доказать. Там дороги идут древние, они идут по дну океана. То есть были они когда-то наверху, на суше, часть острова опустилась вокруг. И вот вдруг стали на этом острове ставить МОА, эти платформы АХУ, так называемые, и на этих АХУ ставить МОА. Но интересно одно, что вот некоторые ученые доказывают, что это, так сказать, жители ставили свои портреты. Какие портреты? Там все МОА, они одно лицо. Это просто делали эти обелиски для того, чтобы, ну, как-то их украсить, ставили это человеческое лицо и тонкие ручки свешивали, чтобы какой-то эстетический вид придать. На самом деле, ученые, вот физики, немцы этим занимались, эти чилийские физики занимались, американцы занимались. Они, когда стали исследовать, для чего это все, а потом поняли, что 600 статуй стоит на местах, где самая мощная сейсмическая активность, где энергия прет из-под земли. И был момент, когда, значит, на острове начались войны, была уничтожена белая раса, которая раньше там жила, которая, собственно, и ставила так называемые длинноухие. И полинезийцы, пришедшие сюда на место вот этих вот белых людей, они стали между собой враждовать и обрушили часть статуи. И остров стало трясти. Причем трясти так, что они уже стали бояться, что остров пойдет на дно. И чилийское правительство дало команду восстановления этих статуй. Просто вот они сначала думали, что сделать из этого острова рай для туристов, и стали на старые места поднимать эти статуи. Подняли несколько сот статуй, поставили на свои старые места, и прекратились эти вот подвижки почвы. То есть сейсмоэнергия перестала работать. Поэтому, когда мы увидели вот эти руины в горной шаре, мы поняли, что это электростанции. Это, может быть, не электростанции, но что-то такое. Тут еще вот интересная деталь. Какая-то особая энергия, какая-то непонятная. Вот стоят деревья там. Деревья. Вот это на фотографиях видно, в фильмах. Сейчас вот два фильма будет у нас. Один фильм будет по РЕН-ТВ идти, второй по каналу «Культура», который мы сняли. Там мы фильм сняли. Так вот, дерево стоит, сказка стоит просто на камне. Плоскость. По плоскости разбегаются корни. Нет почвы вообще. Но дерево живет, дерево живое. Как? Чем оно? Нет даже влаги. Воды нет, но дерево живет. Как оно? То есть здесь настолько мощный поток жизненной энергии из гор. То есть это какие-то места, где мощные выходы. И причем энергия, которая не разрушает, а наоборот созидает. Вот, собственно, что я хотел, то, что мы увидели, я это сказал. Я вас слушаю, как будто фантастический какой-то роман. Кстати, вы автор очень многих книг и учебников даже. Учебник у меня, собственно, один, этнопсихология. Вот, я написал ее для вузов и сам читал этнопсихологию народов Сибири. Вот. А вообще мои книги, они, конечно, некоторые считают учебниками, потому что там очень много исторических моментов, которые опущены в нашей классической истории. А я их в своей книге беру и пользуюсь иногда. У вас интересно, я даже читаю оглавление, и само оглавление уже заставляет. Почему пять стихий, два потока силы, солнечный ветер, союз со стихией огня, со стихией земли и так далее, общение с миром деревьев. Это что-то из язычества, наверное, да? Да, тут, видите, какое дело. Язычество, как таковое, это термин надуманный. Его придумали, кто придумал?
скорее всего, придумали католики. От католиков потом перешло к нам в православие. Вот. И даже наши православные святые, они не совсем согласны с тем, что вот это термином язычества обзывает ведийскую цивилизацию, которая была когда-то до христианства, до ислама, до буддизма. Вот. Здесь просто я пишу о общих законах мироздания, по которым, собственно, все развивается на Земле, и сам человек. А эти общие законы, они, так сказать, выстраиваются в определенную структуру. Знание этих законов позволяет многие вещи понимать глубже, более четко, более направленно. Вот. Собственно, вот этим же самым когда-то занимался и великий Сергий Радонежский, великий наш подвижник, христианин, который пытался эти общие законы мироздания дать нашему православному христианству. Вот из древнего вот этого мира, древнего мира, да, вот, он брал все лучшее и переводил в христианскую цивилизацию Руси. Это его, так сказать, великое дело, которое не забыто до сих пор. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в студии работает Георгий Алексеевич Сидоров, который приехал к нам из Томской области. Это писатель, историк, биолог, судоводитель, ой, так много можно еще. Еще геолог. Еще и геолог, да. Но на самом деле человек, который давно занимается историей, не только историей России, не только историей Сибири, а историей в самом большом смысле этого слова. Так вот, ну зачем? Вот я, знаете, мы с вами уже разговаривали, и я думаю, зачем эти знания, вы считаете, что их должен получить каждый? Почему? Для чего? Как эти знания могут повлиять на сегодняшний день? Мы сейчас переживаем не самые лучшие времена. Я имею в виду мы, Земля. Вот сейчас буквально все трясет. Войны, там горит, здесь взрывают, какие-то конфликты постоянно. А вы говорите, да надо просто смотреть на прошлое, и мы будем знать будущее. И будем знать будущее, все правильно. Так вот, давайте мы посмотрим на прошлое и заглянем в будущее. Ну, возьмем конкретный пример. Ну, давайте возьмем, например, Украину. Вот то, что сейчас буквально горит. Так? Да, ну, горит, я имею в виду, что это нас просто взывает к осмыслению того, что происходит. Вот, ну, и горит реально. Горит реально, действительно, наш народ, это часть нашего народа, часть русского народа, которая сейчас в серьезном положении оказалась. Вот. Но что я хочу сказать, что вот как раз знание вот этих вот общих законов мироздания никогда бы не позволили взорваться. Вот Украина бы никогда не подняла вот то, что сейчас происходит, если бы люди знали, вот действительно то, что нам оставил даже после себя Сергий Радонежский и древняя цивилизация допотопная, и даже не обязательно допотопная, вот хотя бы 1000 лет назад, когда эти общие законы мироздания знал ребенок, тогда бы не случилось этой беды. Но что это за законы? Это законы, позволяющие понимать, что происходящее. Ну, например, закон меры. Закон меры – это серьезный закон. Ведь человек всегда живет в материальном необходимом, в рамках необходимого и достаточного, и бесконечного в плане познания. У нас сейчас наоборот, не зная этого закона, люди что делают? Они знать как можно меньше, а иметь как можно больше. То есть перевернулось все кверх ногами в сознании человека. И вот как раз это как раз и привело к той трагедии, которая сейчас происходит на Украине. Знать они ничего не хотят, а хотят много иметь. Вот фактически здесь ведь все ограничено, и материальные ресурсы планеты ограничены, и у них там все на Украине все ограничено, и они пытаются жить за счет Запада. Они сейчас некоторые считают, что Запад им там подарит рай земной. Ведь на самом деле никакого рая не подарит, это будет трагедия. И пройдет время, когда Западная Украина, которая сейчас кричит, бунтует, ненавидит москалей, она к нам бросится в объятия, будет умолять, чтобы мы ее взяли. Почему я так убежден? Просто не хочется вот этой трагедии, беды, этой вот несчастный народ, обманутый, не понимающий, что происходит. Я сейчас могу кратко, вот теперь заглянем в исторический процесс. Кто такие западные украинцы? Почему именно в Галиции вот этот процесс начат? Вот в этом процессе все утонуло, вот процесс, значит, сепаратизма, отделения от проклятых москалей, ненависть к русскому народу, к нашей культуре, да? Тут много факторов. Один из факторов – это
надо вспомнить кельтскую цивилизацию, то есть галлов. Вот отсюда все. И часть, ведь генетика тоже работает. Я как этнопсихолог прямо скажу, что генетика влияет на психологию, причем влияет очень, очень сильно. Ведь когда в первом веке новой эры Рим вторгся на территорию современной Франции, там располагались гальские племена, то часть племен ушла. Одни приняли подданство Рима, а вторые ушли куда? Одна переселилась группа в Малую Азию, где была разгромлена Пергамом, другая осталась на территории наших Карпат. И вот так возникла Галиция, слово «гал», от слова, то есть получилось, что те, которые пришли из Франции, вот эти вот самые переселенцы, они осели на территории Карпат, их называли галлами, не сами себя галлами называли, и вот эта Галиция возникла. Но теперь кто такие сами по себе галлы? Вот если германцы чистокровные, будем так говорить, ну почти чистокровные вот, индоевропейцы, или, будем так говорить, арии, так же как славяне, славяне еще ближе стоят к индоиранскому тому пласту, то, значит, галлы, они были не совсем чистые индоевропейцы, потому что они, когда пришли на территорию современной Франции, там жили племена иберов, и они вобрали в себя иберийский пласт. Иберы – это гибридная раса, которая расселялась в Европе до прихода индоевропейцев. То есть здесь психология была другой, поэтому, когда описывают этих самых галлов, они вспыльчивые, они не выдержанные, у них рыжий цвет волос, это все говорит о том, что это гибридная раса. То есть на стыке двух вот этих вот раз возникла совершенно другая генетика, и фактически пришли люди с невыдержанной такой нестабильной психикой. Ведь на то пошло, многие историки и этнографы, и эти самые психологи, они прямо говорят, что галлы не смогли создать своего государства, потому что они были вот именно психически к этому не готовы. Психология иная была, они не могли объединиться. Даже великий вождь их, Герцин Гекторис, который собрал армию, который смог Цезаря разгромить, после этой победы он фактически проиграл, потому что его перестали вожди слушать, бросили его, отказались и в конце концов отдали свою страну на разграбление Риму. Ну это то часто происходит. Это происходит, но вот у них это беда. Вот до сих пор вот у кельтов, у них нет, вот взять даже Шотландию, она тоже не имеет своей государственности. Ирландия еле-еле дышит, потому что вот эти вот амбиции, вот эта психология такая нестабильная, которая раскачивает внутренний мир человека, она влияет. Вот поэтому сейчас очень трудно успокоить наших друзей, приятелей, которые из Галиции. Это наши люди, они приняли там корни, то есть они смешались с корнями славян, то есть они приняли славянский язык, они приняли славянскую культуру, но генетику-то не поменять. Очень сложно такому человеку что-то объяснить, доказать. Амбиции берут свое. То есть, ну, вот, я не знаю, вот я как этнопсихолог, я это понимаю, это хорошо понятно. Есть стабильный народ, мощный народ, германцы, немцы, например, да, они понимают дисциплину, они им сказали, они выполняют, они идут... То есть это не воспитание, это заложено в самой природе? Это в природе заложено, вот это в природе. Но это первый фактор. Первый фактор. Второй фактор. Там, кроме славянских корней и гальских корней, туда проникли венгерские корни, то есть Венгрия рядом. Угу. Когда-то угры поселились на той стороне, значит, Карпат, угры постоянно переходили через Карпаты, они смешивались со славянами, принимали славянский язык, но угры – это азиатский народ. Они пришли из Центральной Азии через Урал, вот, перетекли по южным степям, и здесь опять получилось это вот «смешай Господи», генетическая, которая как раз не говорит в пользу того, что очень вот стабильности. Все это генетика раз она нестабильна, потому что до сих пор там и гуцулы, и славяне, вот одни только русины там. Русины это часть русского народа, которые сейчас говорят, мы никакие не украинцы, мы русины. У них все стабильно, они нормальные, то есть у них в порядке с головой, будем так говорить. Но это чистый народ, чистые славяне, они четко отделяют себя от гуцул и отделяют себя от этих самых, от русичей, которые живут на территории вот, Галиции. Второй фактор, который очень серьезный фактор, это польский фактор. Потому что под поляками долго очень жили тоже. Они приняли язык польский. То есть было время, когда они говорили на нашем языке, это еще вплоть до 15 века. Ведь Украина, ведь нет украинского языка. Это что? Это смесь такая. Это смесь польского, венгерского, вот, но больше польского. Фактически это ветвь
одна из ветвей, диалект русского вот, языка, вот эти вот диалекты, это ветви. Ведь когда язык другой, тогда вообще человек не понимает другого человека, вообще не понимает. Вот даже если взять германские языки, там говорят диалекты, там такие диалекты, что одно графство не понимало людей из другого. Ведь только берлинский диалект, собственно, и сложился в основу литературного немецкого языка. Ведь сколько было вот это раздробление Германии, и языки настолько разные, даже с немцами говоришь, говорят, мы не понимаем друг друга. Вот знаю, что он там вот рядом живет, я не понимаю. Вот это я понимаю, и то они говорят, это диалекты германского. А здесь ведь ты говоришь с украинцем, с любым, запросто понимаешь. Помните вот выступление Тарапунки со Штепсиным? Один говорил на украинском, второй на русском. Ну, понимали же, все хохотали, умирали над ними, над обоими, потому что эти два были гениальных актера, и язык украинский, южно-русский диалект нисколько не мешал к пониманию. Кто придумал вот это понятие, значит, украинский язык? Ну, понятно, он как родился? Он из польского языка, из венгерского сложилось, потому что долго эта часть Украины и вообще правобережье было под Польшей, естественно, деваться некуда. Я представляю, кто-то слушает нашу сейчас передачу и думает, так, сейчас он скажет, вот они, язык у нас общий, это русины, и вообще подталкивает, чтобы Украина вошла в состав России или там слилась и так далее. А мы сами с усами. Ну, вот я вам только одно скажу, вот насчет на эту тему. Вот мы, прошлый год наша экспедиция была, так уж сложилось, мы занимались Германией. Мы работали в Шварцвальде, на острове Рюген, работали в Центральной Германии. Два фильма мы там, даже сейчас вот 4 фильма, 2 уже вышли, они у нас есть в интернете. Сейчас 2 фильма доделают, еще 2 фильма будут. В Старгороде были. И вот мы, когда путешествовали по Германии, мы столкнулись в Шварцвальде с семьей сербов. Сербы катались там на лыжах, а мы там все снимали, мы с ними столкнулись. И вот мы удивились, что сербы говорят на русском, и мы их понимаем, они нас понимают. То есть язык сербов. Угу. Ну, он настолько близкий, ну, наш язык. И они нам говорят, господи, вы русские, как хорошо, что мы вот вас встретились. Мы уже там, вот мы вот уже решили в Сербии. Мы сейчас, вот как только Россия получает суверенитет, финансовую независимость, все, мы сразу будем требовать, как чтобы... Россия получает? Россия, наша страна. А что, мы разве не, страна не оккупирована, не завоеванная? Или что вы говорите? Это же все так, они понимают это хорошо. И, кстати, немцы понимают, что они тоже под Британской империей. Это другая тема, политическая, я не хочу на ней останавливаться. Но я говорю о другом. Что сербы? Сербы говорят, мы сразу перейдем в Россию, мы будем требовать, чтобы нас взяли. Я говорю, слушайте, ну вы же сербы. Говорят, какие мы сербы? Мы часть русского народа, которая ушла далеко, мы называем себя сербами, но мы часть русских, мы это осознаем, понимаем. Только у вас хохлы ненормальные, украинцы у вас психопаты, они не понимают этого, мы не можем до них достучаться. Я пожал плечами, говорю, но ведь не все же украинцы, это только те, которых вы наверное, встретили. Кого вы встретили? Ну, наверное, западные Украины, несчастных людей. Но это просто несчастные, больные люди. То есть так промыты мозги, а вот на этой почве, вот этой вот нестабильной генетики, где сложилось... И плюс еще это воспитание, образование, да? Да, воспитание, образование, нестабильная генетика, вот эта вот неуравновешенная. Тут, я говорю, венгерская кровь еще и гальская. Тут очень сложно быть выдержанным. Тут, конечно, вспыльчивость эта вот украинская, она вот этот гонор, а гонор-то еще от поляков пришел. Поляки тоже ведь довольно... Непростые люди, хотя, конечно, не все. Я имею в виду шляхту польскую. Вот. Так вот, значит, они что там, венгры, значит, часть рассматривали Украину как свою часть. Австро-Венгрия заложила проект вот, присоединения и раздробления. Но мне хочется не про Австро-Венгрию напомнить еще одну деталь, которая очень серьезно влияет. Это уния. Уния, когда в 13 веке Даниил Галицкий, значит, подписал унию, соглашение с Папой Римским, значит, и тогда Папа Римский его назначает, то есть его признает королем Галиции, и вот за это свое королевство, за звание королем, фактически сдал страну под католицизм. И там возникает, значит, католическая церковь, которая подчиняет себе православную, и начинается битва между церквями. Понятно, слишком много слагаемых таких. Да. И все это вот сложилось в котел, который до сих пор никого бурлит. Влияние римского мира, влияние римской католической церкви гигантское. Вот. И
через вот католицизм, который проник глубоко очень. Тот же католицизм есть и в Белоруссии, но там православие, там другая генетика. Белорусы – это совершенно другие люди по своей природе. Они смогли там поставить все на свое место. Ну, и что сейчас... доминирует просто, наверное. Да, доминирует там, там славянизм. Там в Белоруссии нет проблем. Вот. А здесь вот, так, вот, такое вот, вот такой котел. Понимаете? Котел, который кипит. Ну, а потом последнее, что я хочу сказать. Вот этот проект, который заложила Австро-Венгрия по разрушению русского мира. То есть это был котел, который очень заложен был очень умно, вот через образовательный процесс вот во Львове, в Ужгороде, в других городах. Вот. Так, и... мы сейчас прервемся, чтобы напомнить нашим радиослушателям, кто у нас работает в эфире, и что можно задавать вопросы, можно включаться в дискуссию. Дорогие радиослушатели, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, а в студии у нас работает Георгий Алексеевич Сидоров, Томская область. Но даже это не самое главное. Или вы всегда подчеркиваете, что вы сибиряк? Я вообще-то гражданин всей планеты. Понятно. Писатель, ученый, историк, ну, еще я много могла бы сказать, автор учебников, автор многих книг. Пожалуйста, 629-08-73, код Москвы 495. Когда будете звонить, говорите коротко, кто вы, откуда, и ваш вопрос нашему гостю. Итак, мы продолжаем, потому что это очень интересно то, что вы говорили. Зачем нам, вот вы все это говорите, уже становится, что-то становится понятно. Но что дальше? И что делать? Как быть? Вообще жить все время на вулкане невозможно. И когда ты живешь и думаешь, лава тебя сегодня накроет или накроет через 3 дня. Понимаете? Знаете, я понимаю, но мне хотелось закончить с Украины. Можно я несколько слов еще скажу по Украине, потому что это очень серьезно то, что я хочу сказать. Вот какое дело. В 3 веке новой эры начался процесс создания на территории вот, Галлии, провинции Римской империи, создания нового этноса. Создавались искусственно, создавался язык и культура. Создавали это римляне. Но не столько римляне, сколько этим занимался Ватикан. Вот, строили из славян, из западных славян, строили новый этнос, создавался германский народ. Я всегда люблю задавать своим гостям вопросы такие. Зачем? Почему? Что делать? Кто виноват? Вот сейчас я вам объясню, зачем. То есть, когда-то Римская империя, она столкнулась со славянами во 2 веке новой эры и проиграла. То есть, она столкнулась с Сарматским союзом, это часть славянского народа, и на Дунае она была остановлена. Экспансия Рима на восток была нарушена. То есть, Рим остановился. Все, теперь Рим был обречен. Значит, нужно было создать какой-то мощный этнос, который бы мог бороться с русским этносом, со славянами. То вот, есть, но, это уходит в далекие-далекие времена. И вот как раз Ватикан и те деятели, которые им управляют, кстати, Ватикан тоже управляемая система, вот они создали германский народ. Они что сделали? Они взяли язык тунгров, язык неметов. Это два племени, которые никакого отношения не имели к славянам, это горные племена, они были из иберийских народов. И их корни взяли в основу, дали культуру латинскую, дали письменность латинскую, и был создан язык. Язык, который потом распался на множество диалектов, то, что называется германский язык, и дана была культура. И потом империя, уже после гибели Римской империи, империя, христианская империя Карла Великого обрушилась на территорию славян. Ведь фактически германская равнина – это расселение западных славян. Сейчас многие историки прямо говорят, это кладбище славян. Германия – это славянская земля. Огромная территория, это славянская, это вся топонимика, гидронимы, все, это славянские. Рейн назывался Рина, Эльба называлась Лаба, вот, самое, Одер, Одра, то есть, вот, пожалуйста. И, ну, вот эти полногласные и неполногласные сочетания, вот, показатели. То есть создали народ-завоеватель, причем создали этот народ из генетики тех же славян. И сами сейчас немцы, они это хорошо понимают. Когда мы были в Германии, для них было...
Для них было очень важно, что мы русские, и они нам рассказывали про героев славян, в частности, про великого Неклота, князя Неклота, про его смерть. Они гордятся славянскими корнями. Я был поражен, когда я это узнал. Так, мы слушаем, у нас звонок. Пожалуйста, говорите. Доброе утро, Валерий Аркадьевич, город Королев. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Сразу у меня по поводу информации, блестящей информации, сообщите наименование книг ваших по всем этим тематикам, особенно по созданию искусственного этноса, и где эти книги в Озоне, как они точно называются, чтобы их купить для распространения. Это очень важно. Еще вот, понимая, так сказать, важность такого элемента, когда вы рассказывали о горах, там, о найденных строениях, развалах, скажите, вот по поводу китайской стены, значит, есть информация в инете, которой приходится верить, что даже бойницы от китайской стены были с той стороны, куда стрелять, в сторону Китая. Вот эту часть вы можете просветить, пожалуйста? Спасибо. Так, ну, во-первых, было бы замечательно, если бы вы нашли возможность, я понимаю, что это очень трудно, 13 февраля будет в библиотеке Ленина конференция «Актуальная публицистика». Я вас приглашаю 13 февраля, 18 часов, третий подъезд, третий этаж. И если вы сможете, это было бы просто замечательно, и вплоть до того, чтобы вы продемонстрировали там свои книги. Ну, я, наверное, не смогу, у меня поездка, я сейчас в дороге. Хочется ответить на вопросы. Значит, мои книги – это «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации». «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации». Там первый том, второй том, третий том и четвертый. Четыре тома. Пятый том еще не написан. Вот, значит… Еще раз повторяю, хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Название книг... Вот, такое довольно... Да, это общий у меня вот цикл книг, да. Вот. Первая книга – это «Вот в тему». Вот. Вторая книга, там два издания, в двух издательствах они по-разному называются. Это «Поиск знания». Вот, в общем, короче говоря, вот эти книги возьмете под этим вот названием, вы все там их сразу, Желающие могут в интернет зайти, все, там все очень интернет, много. В интернете есть, там только несколько изданий их издают, разные названия дали, просто не хочу я на эту тему, то ли запутаетесь. Понятно, «Китайская стена». Так, насчет «Китайской стены». Знаете, честно, сам я там не был, в этих местах. Я только собрал материал. Вообще, считается, что Цин Ши Хуанди во втором веке до новой эры закончил построение Китайской стены. Но вопрос, кто ее строил? Вот действительно, встречается масса публикаций на то, что бойницы Китайской стены направлены в сторону Китая. Вообще, если разобраться с позиции логики, то, что происходило в те времена, Китайская стена была построена от китайцев. Почему? Потому что если сейчас разбирать Китай, это очень долго и невозможно мне сейчас рассказать. Ведь Китай был несколько раз завоеван нашим народом. Русские племена восточные, они Динлини или Ди, они проходили через Китай и доходили до самого юга. То есть фактически Китай был разгромлен несколько раз. И китайская цивилизация, она спасалась в лесах на юге, значит, Китая. Там вся китайская равнина между Хуанхэ и Янзы была занята нашим народом. Тут, значит, время великих этих самых Жужаней, это время 3 века, 4 века до нашей эры, Динлини, Гуннского союза. Но дело в чем, что китайцы, у них, они применили тактику несколько иную, даже тут не тактика, а стратегия. Вот наш замечательный историк и этнограф Грум Гржемайло, он это дело хорошо разобрал, его книги надо посмотреть, почитать. То есть у китайцев особый дар размножаться. Угу. Вот когда они захвачены каким-то другим врагом, они начинают быстро, очень быстро размножаться и начинают доминировать над захватчиком и выдавливают со своей территории тех, кто пришел. Угу. Вот таким образом ведется китайская война. И стена была сделана для того, чтобы остановить переселение китайцев на север. Все, я сказал. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо. Это Людмила Александровна из Москвы. Я быстренько. Я хочу вот что спросить у вас. Вот у нас были на Руси жидовствующие, жидомасоны. Вот сейчас мы, как вы считаете, отдали им все богатства, наши деньги. Это было очень быстро сделано при Ельцине. И сейчас продолжается. Они у нас пятые колонны, что говорить. Потом я что хочу сказать. Вот, все они стараются уехать отсюда, наворовав на Запад, самое главное, в Англию, и там свои богатства они применяют, все покупают. И дальше они продолжают нам вредить, я считаю, экономику нашу и болезненную. Ваш вопрос, Людмила Александровна. Используют. Спасибо вам большое. А вопрос такой у меня. В чем это кончится, когда вот такая идет оккупация, и в нашем правительстве они, и в министерствах, и так далее? Mm-hmm. Все понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос умный, хороший вопрос. Дело вот в чем. Когда один раз Конфуций при разговоре с Лао-цзы, эти два, тут говорили мы о Китае, я сразу и вспоминаю Китай, вот, заявил, что в будущем Китайская империя станет величайшей империей мира, то Лао-цзы сказал: назови мне насильника, который бы хорошо кончил, и я возьму его себе в учителя. То есть ни один насильник никогда хорошо не кончал. В настоящее время, то, что происходит, это процесс, пошел, вот эта волна пошла на затухание. Я вот сколько сейчас наблюдаю, Русь просыпается, Россия просыпается, не только Россия, но и другие коренные народы, которые с нами вместе, все понимают. И как, а ведь дьявол страшен тогда, когда о нем никто ничего не знает. Любая власть, какая бы она ни была, если власть не от Бога, то она долго не живет. Здесь надо просто сейчас применить максимально усилий, дать людям возможность проснуться и понять, что происходит. Когда мы просыпаемся и понимаем, то уже эти вот дела, они не проходят. Очень сложно управлять народом, который знает, кто стоит над ним. Фактически это невозможно. Вот плохо то, что наш народ еще пока не понимает, что с ним делают. Он не проснулся. А теперь насчет так называемых жидомасонов. Дело в том, что они ведь тоже несчастные люди. Ведь они же все управляемые. Все эти масонские организации, над ними стоят те, которые ими как хотят, так и вертят. Все они заложники своих хозяев. Вот беда. Они этого не понимают, что они просто выполняют лопата, которая копает для кого-то что-то, делает. Это инструмент, который очень умело некоторые круги Запада используют, в частности, черная европейская элита, которая фактически не является, вот сейчас по нашим современным данным, она не является вообще даже земной, частично это какая-то инопланетная группа, которая пытается управлять всей планетой. Вот и все. Здесь они придумали технологию не просто украсть и уехать. У них это было бы намного легче, если бы там украли, уехали, все это ерунда. Они придумывают вещи, которые ведут вообще к гибели цивилизации людей на Земле. Вот в чем дело. Вот это страшно. Вы имеете в виду демографический класс? Да. Ну вот я имею в виду вообще весь запущенный этими вот друзьями-приятелями, так в кавычках, так называемый библейский проект и логическое его продолжение — либерально-демократическая идея. Это же на уничтожение вообще человечества полностью нацелено. А что не на уничтожение? Да ничего пока нет. Если мы не справимся с этой бедой, то нам, наверное, придется, поедая ГМО, превратиться в стерильных и перестать размножаться, и тогда человечество просто будет уничтожено собственными же руками. То есть мы, вот сейчас вот, например, подписано соглашение о ГМО, ну что, вот Медведев подписал, а зачем? Он подумал об этом. Он ведь, его же дети будут питаться этим и тоже станут стерильными. То есть люди, которые вот этими делами занимаются там наверху, они почему-то отчета себе не дают. Удивительно, почему? Вот я бы не хотел заниматься, говорить о политике, мне так хочется договорить про Украину до конца, чтобы Украина понимала, что ее ждет, но вот приходится отвечать на такие вопросы. Ну, мы сейчас принимаем еще один вопрос и все-таки договорим об Украине. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Доброе утро, Татьяна Степановна и Георгий Алексеевич. Это Александр Иванович, Москва.
Вот по поводу Украины. Георгий Алексеевич, а как вы оцениваете вклад еще одного народа в западноукраинский, вот этот галицийский плавильный котел? Это потомки переселившихся туда хазар. Ведь из Ветхого Завета мы совершенно четко знаем, что это народ, как там прям написано, жестоковыйный, немилосердный. И даже имя они себе приняли, Израиль, что в переводе на русский знает, борется против Бога, противник Бога. Вот это первый вопрос. А второй вопрос вот связан с вашей практической деятельностью, вот знакомством с артефактами. Вот фальсификация истории, ну, если вот так грубо назвать, или просто переписывание ее победителями, продолжается вот уже на территории России, по крайней мере, 400 лет. Причем доходит до прямых подлогов. То есть, вот, допустим, те, кто придерживался старой веры, объявили вдруг ни с того ни с сего раскольниками. А царя Алексея Михайловича, в которое было просто бурнейшее царствование, и стрелецкие, и казацкие бунты, и медный, и соляной бунт, объявили тишайшим. Так вот, знакомы ли вы с новой версией единого учебника истории, и поможет ли она восстановить историческую вот правду? Какие интересные вопросы, тут спасибо. Вопросы очень интересные насчет хазар. Значит, дело в том, что вся западная Украина – это аграрная территория. Хазары там долго не задержались. Они перебрались в Венгрию, они перебрались на территорию Германии, то есть в Австрию. Но управляли этой территорией всегда. Мне хочется еще одну вещь сказать. Хазары тоже были разные. Там были иудейская группировка была, а одна была мусульманская. Мусульманская группировка ушла на юг, иудейская в Европу. Вы говорите абсолютно правильные вещи. То, что вы сказали, тут еще одна деталь. Закон Телегони и магнаты польские, они ставили в управление территориями не только западной Украины, но и восточной своих ставленников из хазар. Они брали просто Библию и смотрели, какой умница был Иосиф, который поднял якобы экономику Египта, и думали, что ребята из хазар им помогут в этом. А закон первой ночи позволял спать этим друзьям, в кавычках, с русскими девушками с Украины, и с западной, и с восточной, и получалось бог знает что. То есть психика ломалась. Это закон Телегоний, вам, наверное, известен. Я вот вам отвечаю, и дополняю то, что я сказал. Я об этом не хотел, кстати, говорить на эту тему, но вы меня, так сказать, заставили это сказать. Да, действительно страшно, да, действительно ужасно это было. Поэтому Богдан Хмельницкий собрал всех этих потомков, и до сих пор они его, хазарского каганата, и утопил их в Днепре в огромном количестве. Вот поэтому и сейчас его ненавидят люто на Украине Богдана Хмельницкого, а вообще-то Хмельницкий понимал, что дело плохо. Вот. Поэтому и после присоединения часть Украины так и осталась, правобережная Украина, она так и осталась за Западом. Мне хочется ответить на ваш вопрос второй. Вот. Здесь насчет истории. Учебник истории, конечно, не доделан. Конечно, много в нем. То, что надо, в нем ничего вот необходимого. То есть надо еще работать и работать. Подлинная история – это история, начинать нужно историю нашу с допотопных времен. Это с великой Арианы, Гипербореи, с Атлантиды. Ведь сколько можно врать? Вот летят самолеты из Бразилии, летят в Европу, и в тихую погоду с борта самолета видно руины на дне океана стоят, огромные территории стоят за покрытые там и пирамиды, и кварталы домов. Все это видно просто невооруженным это глазом. Где видно? Да, в Атлантике. Угу, в Атлантике. Так. Со спутников. Я в своих книгах прямо брал фотографии со спутников, которые мне достались через ребят из ФСБ, которые честные ребята, они передали. А какое отношение это имеет? Ну, наши ученые отрицают, что этого нет, этого. Да потому что сейчас вот вся эта цивилизация наша современная, она из Атлантиды проросла. Она из той беды, которая когда-то случилась. Надо, чтобы понять, что у нас происходит, надо разобраться с древней цивилизацией. Ой, слушайте, так интересно. Но это уже, наверное, у нас предмет следующей передачи. Это очень, если вы приедете... Очень долго. Но спасибо вам за умный вопрос. Спасибо вам за хорошие ответы. Дорогие радиослушатели, я от вашего имени благодарю нашего гостя Георгия Алексеевича Сидорова, все, писателя, ученого. Вот вы понимаете, время проходит очень быстро. Мне хочется три слова про Украину. Три слова.
три слова, иначе, да. Вы меня простите, дело в чем, что сейчас создается искусственный язык, создается искусственный этнос на территории Украины. Этот проект, который когда-то провернул Ватикан на территории Галлии, то есть Франции, вот древней, сейчас пытается провернуть на Украине, создать против Руси из народа по крови, идентичного с русским народом, мощный броневой кулак, чтобы потом воевать с Россией, вести борьбу. Германия сейчас уже не может это делать. Германия поняла, что она натворила в свое время. Немцы знают, что они такие же русские. Украинцы не знают. Люто ненавидят москалей. Вот создается новая военная сила на территории Украины против Руси. Этому надо помешать. Обязательно. Каким образом? Очень три слова, два слова. Искусственный этнос. Искусственный этнос. Нет, а как помешать этому? А, как помешать? Чтобы украинцы знали, в конце концов, что географическое название, это не оно не может быть названием нации. Это украинцы, это русичи. Это Русь, санскрит означает лучистый, светлый. Это прекрасные люди, великолепные наши братья, родные, сестры, те, которые попали сейчас в плен Западу. И надо бороться за них из последних сил. И главное, спасать души. Да. Спасибо, Георгий Алексеевич. Я все-таки надеюсь, что вы в следующий приезд сюда, в Москву, обязательно будете у нас. Постараюсь. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы этот час были вместе с нами. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания.